И общаемся с главным тренером новой генерации Алексеем Степановым. Алексей Викторович, тяжелая концовка. Казалось бы, что игра уже в руках. Наверняка сейчас уже накипело, и в раздевалке команду ждет очень жесткий разговор. Ну, хочу сказать, в первую очередь, извините перед болельщиками. Мы сегодня, конечно, такой матч опустили. Это, наверное, мы сами виноваты. Допустили грубые ошибки, которые не имели права. Но, опять же, наверное, моя недоработка, я тоже виноват, что 5-4 мы сегодня сыграли просто ужасно. Я не нашел тот состав, который мог бы сыграть грамотно, правильно. Это наша недоработка. И, к сожалению, имея сегодняшнюю такую игру, было преимущество, но это мы не имеем права так сказать. Поэтому, ну, что делать? Мне сейчас трудно что-то сказать. Ну, тяжело сейчас, поэтому... Завтра будем стараться выигрывать. Будем посмотрим, поработаем, какие-то вещи подправим, скорректируем. Спасибо и удачи.